Всем привет, меня зовут Екатерина Донцова, и в этом видео я расскажу, что я себе заказала по 10-му каталогу Oriflame. Да? Вот такой каталог, летний, яркий, веселый, и там действительно очень много интересных предложений. И что же заказала себе я? Ну, пойдем по порядку слева направо. Первое, что я заказала, это вот такой гель для бритья серии Silk Beauty. Очень он мне нравится, у него очень нежная формула и действительно очень легко бриться, очень легкое скольжение. Сюда также еще входят ухаживающие компоненты, такие как протеин из шелка и масло примулы. Действительно очень хорошо смягчает и нету раздражений вот после бритья. Действительно я заметила, что очень мягко как бы получается, и нету раздражений, никаких покраснений, ничего такого. Вот, и еще здесь есть комплекс, который замедляет рост волос. Это такая фишечка нашего геля для бритья, поэтому попробуйте обязательно. Так, что еще? Аромат. Аромат у меня заказала подружка, она себе заказала такой кламадмуазель. Очень клевый, легкий, нежный аромат. Вот на лето, на весну очень-очень прям классно. Это такой цветочно-фруктовый аромат. Здесь нотки гибискуса и ноты яблока. Достаточно свежий, легкий, ненавязчивый. Вроде коробочка такая маленькая, но здесь такой стандартный флакончик 50 мл, кстати. Я даже удивилась. И вот такой аромат мужской она заказала своему мужчине. Это аромат Flamboyant. Он древесно-цитрусовый. Туда входят ноты грейпфрута и лаврового листа. Очень необычный аромат. И на самом деле он не тяжелый и не какой-то такой не пряный, не горький, а достаточно приятный аромат, нежный и в то же время такой мужской. Вот, и очень красивый флакон у него стеклянный, а в центре тоже так вот шилди вот с таким же орнаментом. Очень элегантный, красивый и сам аромат очень мягкий. Так, еще взяла вот такую классную штуку, это сухой шампунь Hair X. Очень люблю вот эту вещь. Всегда беру, когда она бывает со скидкой, себе один флакончик про запас. Потому что вот, ну, бывает так, что надо срочно освежить голову, а некогда мыть волосы, да. Вот. И вот этот шампунь очень хорошо помогает. Он такой в виде пудры, флакончик нужно встряхнуть, нанести на волосы, чуть-чуть подождать и вычесать расческой, да. Вот, очень хорошо убирает жирность и немножечко даже придает объем. Палочка-выручалочка где-то в дороге или где-то, если там нужно срочно освежиться, да. Вот, так что обратите внимание на этот продукт. Это действительно очень классная вещь. Спасибо тому, кто придумал эти сухие шампуни. Вот, еще взяла себе зубную пасту. Это вот у нас отбеливающая. Вот, очень люблю эти пасты, потому что они мягкие. Они не имеют каких-то ярких таких мятных нот. Вот, не оставляют никакого послевкусия и действительно очень хорошо очищают. А также взяла себе новиночку в этом каталоге Discover. Такой кусочек мыла и гель для душа. Очень классный. Я уже даже его открыла. Очень вкусный аромат. Там ноты папайи, манго и арбуза. Очень сочный такой летний фруктовый аромат. Будем благоухать в ванной. Вот. Дальше, что еще взяла? Вот у меня упало здесь. Это новый бальзам для губ. Люблю такие бальзамчики, я вообще без бальзама жить не могу. Я всегда и дома наношу бальзам, и под помаду, если куда-то иду крашусь, да, вот обязательно использую. Вот эти бальзамчики, они не сильно жирные, и в то же время их тут много, здесь 4,5 грамма в этом флаконе. Вот, действительно, его надолго будет хватать, вот так вот, да, он выдвигается. Очень вкусный клубничный аромат, мне очень понравился, вот, поэтому берите, тем более там он что-то вообще... Как и сумма какая-то вообще чисто символическая идет. В коробочке вот такое еще продается. Даже не стыдно подарить. Ну, или ребенку своему, или самой пользоваться. Я буду с удовольствием пользоваться. Далее, я еще пользуюсь вот такой серией Optimals. Осветляющий. И у меня заканчивается крем для век и тоник для лица. Вот, я себе заказала крем для век вот в таких тюбиках длинных. Там аппликатор есть. Сейчас посмотрим, покажу вам, как выглядит, да. Вот такой аппликатор, очень удобно наносить, можно даже руками, руки не пачкать, да, то есть чуть-чуть выдавил и аппликатором распределил крем вокруг глаз. Вот, и тоник. Это серия осветляющая, поскольку у меня, например, кожа склонная к пигментации, я вот сейчас для себя выбрала эту серию, она мне очень подходит. Вот. Далее, что еще? Ой, мочалочку, взяла такую
мочалочку, она у нас недавно появилась. Я решила свою ванную обновить. Такой пыльно-розовый цвет, интересный. Здесь такая шелковая ленточка. Очень люблю наши мочалки. Всегда какие-то интересные новые цвета. Обязательно беру, пробую. Ну, ее, в принципе, надолго хватает. Там полгода, год, как минимум, ее достаточно хорошо хватает. Она не рвется так прям активно. Так, что еще? Ну, конечно, я получила вот такую замечательную косметичку по нашей акции активности за то, что я сделала в прошлом каталоге 50 баллов. Шикарная косметичка, которая мне досталась всего за 100 рублей. Очень приятный аромат. Ой, аромат, говорю, совсем уже. Очень приятная текстура у ткани. Здесь внутри подкладка достаточно плотная, я даже удивилась. Она достаточно объемная, туда очень много чего войдет. И здесь есть еще отдельный кармашек для мелочей. Очень приятно. Здесь еще такая вот молния и такой вот, как это даже называется, не знаю, типа ремешочка такого прицеплена, да, очень удобно будет открывать. Вот, вот такая она красивая и очень-очень качественно сделана, кстати, очень хорошо прошито все, и молния хорошая, то есть действительно очень добротная такая косметичка, и всего за 100 рублей, это вообще шикарно. Вот, поэтому рекомендую, участвуйте в таких акциях и берите себе такие замечательные аксессуары. Вот, ну и, конечно, мой заказ не обошелся без серии Wellness, которую я очень-очень люблю. Что я взяла? Ну, конечно, как всегда, Wellness Pack – это витамины, минералы, антиоксиданты и омега-3. Вот, всегда ими пользуюсь уже на протяжении, ну, лет 5 точно я уже без перерыва их пью. И тфу-тфу, намного реже стало болеть, всякие простуды меня обходят стороной. Даже если какой-нибудь насморк прицепляется, то за 3 дня он проходит, поскольку я постоянно пью витамины. Это действительно очень классно. Вот, поэтому изучите этот продукт, обязательно попробуйте, и я думаю, что вы потом тоже его оцените и не сможете без него. И вот такие коктейльчики, взяла себе вот такой ванильно-нейтральный. На лето это вообще палочка-выручалочка, когда жара, не хочется ничего готовить, хочется чего-то легкого и такого освежающего, да, и вот такие коктейли можно, он вроде бы и сытный, потому что это белковый коктейль, да, и там очень много белка, и в то же время, если его смиксовать с фруктами, с ягодами или, например, с овощами даже, да, попробовать. Хотя овощи, наверное, лучше с протеиновым комплексом. У нас есть отдельный протеиновый комплекс, который не имеет вкуса. Он нейтральный, его можно смешивать с любым другим продуктом, да, и делать, например, овощные смузи. Там, с огурчиком, там, или с томатом, ну, с чем, как вы, с чем вы любите, да, с сельдереем. Вот. А ванильный лучше смешивать именно вот с какими-то фруктами. И это будет и легко, и вкусно, и освежающе, и в то же время будет сытно, потому что за счет белка он будет очень хорошо насыщать. За счет клетчатки у вас будет и организм очищаться, и кишечник лучше будет работать. Ну, это вообще, ну, классный, очень классный продукт. Тоже очень советую его изучить. Это абсолютно натуральный коктейль. Здесь вот видите такие значки маленькие, да? Что сюда входит? Сюда входит яичный белок, белок горошка, молочный белок, шиповник, свекла, ну, в качестве клетчатки, да, и яблочко. И все это заправляется еще ванилькой, да, натуральной ванилькой, чтобы был приятный вкус. Вот. Также есть у нас еще клубничный такой коктейль и шоколадный. То есть выбирайте любой вкус, который вам нравится. Если хотите нейтральное что-то, то берите протеиновый комплекс. Он по составу абсолютно идентичный, но в нем нету никаких вот этих ароматизаторов. Ни ванили, ни шоколада, да, и причем ароматизаторы у нас только натуральные. Если это ваниль, то это натуральная ваниль. Если это шоколад, то это натуральный какао-порошок. Если это клубника, то это натуральная высушенная клубника и перетертая. Да? То есть это, в принципе, такой инновационный продукт. Я уже как-то даже вебинар проводила про него, да, и рассказывала, что это, по сути, высушенная еда и перетертая. Натуральная еда, высушенная. Это сейчас очень модно. И действительно новое направление, поэтому стоит его изучить, стоит попробовать. И, кстати, еще это классная вещь для тех, кто хочет снизить вес. Если придерживаться системы естественного снижения веса, которая разработана у нас в Oriflame, то можно еще и похудеть. Вот, поэтому советую изучить этот продукт.
Ну, в общем-то, вот такой вот у меня заказик. Ах, да, конечно, я же еще получила вот такой каталог новый. 11-й каталог, тоже вот такой летний уже, где-то на краю лета, потому что он действительно уже выходит под конец лета. Такой в морском стиле, очень интересные там новиночки нас ждут. В каждом каталоге на самом деле очень много классных предложений, поэтому листайте, изучайте, смотрите вот такие обзоры на моем канале. Если какие-то остались вопросы, задавайте, всегда рада буду ответить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, пока-пока!